Высказался по поводу поправок Конституции депутат Артем Зайцев. Сегодня мы даем действительно большой-большой задел, принимая те поправки, которые предложены сегодня. Это и поправка о русском языке, это и закрепление понятия «семья», «бога» в Конституции, это расширение полномочий Государственной Думы, Совета Федерации и те многие другие поправки, которые предлагаются принять, они все послужат на развитие, дальнейшее развитие России.